Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, а перед нами Vivo V20 SE. И в этом видео мы вам покажем, как поменять приложение по умолчанию на данном устройстве. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в настройки телефона. И в настройках телефона мы можем пролистать вниз до пункта приложения и уведомления, перейти в него. Здесь находим приложение по умолчанию, нажимаем сюда, где мы можем, к примеру, поменять браузер по умолчанию. То есть, если вы хотите, чтобы ссылки с какого-то, к примеру, Телеграма открывались не в Хроме, а в другом браузере, который вы также скачаете, вы сможете найти его здесь и спокойно им пользоваться. Точно так же вы можете поменять камеру по умолчанию, если я не ошибаюсь. Нет, здесь, кстати, камеру по умолчанию поменять нельзя. Здесь можно поменять звонки по умолчанию, цифровой помощник по умолчанию, SMS, а также переход по ссылкам. А мы на этом будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!